знаком уже очень много лет. Даже на заре нашей деятельности Дима был нашим продюсером. Слава богу, это было недолго. Более серьезно я отношусь к своим песням, потому что если у меня песни про любовь, там люди плачут, они смеются, понимаешь? Или танцевальные, допустим, песни, где люди танцуют, они стоят и не жуют там. Он не сильно помешал нам в творчестве. Он сразу, я думаю, почувствовал, что мы реально наступаем ему на пятки. Мне кажется, что твои песни должны звучать в детском саду на детских утренниках и в ЗАГСах при расторжении брака. Сегодня, 7 мая, мы расставим все на свои места. Мы покажем, кто здесь сила, а кто здесь Дмитрий Седов. Знаешь, Юр, мне кажется, 7 числа это твое последнее выступление. Я не знаю, вот за 20 лет своей творческой деятельности просто мечтал порвать кого-либо. Уже 30 лет он прыгает, поет, по сцене прыгает вот эти вот все, вот его вот эти best man. Ну вы сами знаете, он сегодня споет, наверное, эту песню не раз. Пора уже идти на творческую пенсию. Я считаю, что 7 мая мы будем тебя провожать именно вот со сцены, а не встречать на музыкальном ринге. Я всегда желаю людям счастья, и тебе бы хотелось, конечно, музыкальный ринг покажет, кто на что гораздо, но мне кажется, твое творчество — это трагедия вообще. Я думаю, сегодня сила останется за нами, и мы ему просто надаем как следует ему. Давай после 7 числа мы будем с тобой просто здороваться и говорить уже как бы о других каких-то вещах, не о музыке, потому что мне так кажется, что ты вообще далек. Музыкальный ринг. Музыкальный ринг.